И снова всем привет! Вот такая вашему вниманию бюджетная новинка. Это бритва немецкого производства, мануфактура, а точнее сказать, торговая марка Regilo. Интересно тем, что данная модель выполнена из шведской стали. В общем-то, этим и заинтересовало. Вот свидетельствующая надпись на Эрле, шведская сталь, Золинген, Германия. Имеет универсальный форм-фактор, размер 5 восьмых, рукоять, а точнее оправа, выполненная из синтетического материала, узором напоминающая черепаховую кость. Единственный нюанс по рукояти, вот здесь имеется с одной стороны небольшой скол, ни на что не влияет, но однозначно не украшает эстетику. Очень хорошо показала себя в работе, в заточке имеется в виду. Только что я закончил ее затачивать. Сталь не сухая, не сыпется и просто обязана показать себя в работе с лучшей стороны. Учитывая достаточно скромную стоимость, смело можно рекомендовать новичку. Цена вопроса $40 или там получается 1080 гривен. То же самое, эту бритву я уже показывал, хотел просто еще раз вам напомнить. Деньги те же, а здесь сталь посерьезнее будет. Это еще раз, это французская мануфактура Lotus, а точнее сказать, не мануфактура, опять ошибся, извиняюсь. Это премиальная группа мануфактуры Le Grillo, которая выпускала премиальные модели под маркой Lotus. Это постарше будет. Но за счет того, что имеет недостатки по оправе, вот тут она припалена, и здесь имеется трещина на осевом, ее за те же $40 отдам. Все, что хотел показать, показал. Всем всего самого наилучшего и до скорых встреч в эфире. Пока!